Tyson's ninth fight was against Donnie Long, a.k.a. the Master of Disaster, who had a good record and was the first opponent who was expected to cause Tyson problems. This was a step up for Mike, a step away from the comfort zone, and was exactly what the critics demanded. He's quite a specimen. We saw him score one of his eight knockouts over John Alderson in July. And it was a big right hand that did the job after the usual Tyson pressure attack. Lorenzo Kennedy felt the sting in August when a half hook, half jab sent him down. When Mike gets a fighter in trouble, he's a finisher, and Kennedy couldn't stand up to his assault. But tonight, the opposition is much tougher. Donnie Long. Это бой с Донни Лонгом, состоявшийся 9 октября 1985 года. Снова уже знакомая обстановка. Майкл Баффер объявляет. Но вы, наверное, обратили внимание, что такой получается калейдоскоп, да, вот этих боев один за другим. Выходят, дольше объявляют, чем бой продолжался. Донни Лонг. Ну, это же ритуал просто. Да, да, да. Ритуал профессионального бокса. Смотрите, 15 побед, 3 поражения, 10 побед нокаутом. Вполне приличный послужной список. 187 рост у него примерно. 6 футов 2 дюйма там был, по-моему. Вот-вот и сам Майк Тайсон. Примерно одинаково они по весу были. Где-то это 97-98. Он уже по-другому совершенно. И когда его объявляют на ринге, он же по-другому. Вот раньше, если он кланялся, то теперь просто руки разводит. Ну, да, обида, да. Появилось у него такое пренебрежение. Ну, наверное, хозяином себя, да, немножко, да, почувствовал время, да. То он был мальчиком, который вот пришел завоевать это все, а вот тут он уже завоевал. Да, 8 побед нокаутом, они так даром не проходят. Ну, с каждым разом просто чувствует себя все. Смотри, ну, первый мощный удар он проводит буквально на второй-третий секунд. Запугивает. Да. Он сразу хочет ошеломить противника. И вот сразу они начинают уже по канатам крутиться. Не просто запугивает, у него получается. Видишь? Ну так он же давит, на них и морально, и он же не дает, не уходит сам. А? Просто он давит. Левый боковой, левый, по-моему, очень коротенький. Слева сбоку, да. Да. Слева сбоку. Видно, что там без каната коротко, постоять без замаха. Мы еще посмотрим на этот удар в повторе. Вот справа снизу, слева сбоку. Я думаю, что сейчас этот бедный Донни Лонг взлетит. Серия ударов, видишь, серия ударов. Хочет еще? Да. Ну, вряд ли. Что, даст? Нет, будет еще. Да, да, да. Ну, это ненадолго. Ну, это уже, да. Тут держится уже просто настолько на честном слове своей бабушки. И опа. Да, и все. И масса-то и хорошая у противника, у Тайсона. Как вам? Масса большая, где-то под 98, под 100 килограмм. 100 килограмм. Да, они оба примерно одинаковые. Тайсон тогда полегче был, чем в последние годы. Но где-то 215 фунтов, это примерно 97 килограмм. Да, девятая победа, девятый нокаут. Если раньше вот так скромно все это, да, а теперь он начинает уже эмоции высказывать своими там жестами. И, ну, он начал себя звездой немножко ощущать вот уже. Уже люди, да, наверное. Уже люди на него ходили, он уже прогремел. Это уже была поразительная история, что парень выступал несколько месяцев, а о нем уже говорили, писали. Давай посмотрим, насладимся еще раз. Вот, вот слева сбоку. Первый нокдаун. Отлично, конечно. Ну, после этого удара, по-моему, фактически уже было все кончено.
Да, видишь, он уже Вот, видишь, промахнулся, хотя спешил добить, как бы. Ой, видел, как прям нога оторвалась от этого левого бокового. Не от этого левого бокового, он просто не знал, куда ногу деть. Да, 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 да. То ли за ринг переступать, тогда остаться. Ну, он уже совершенно, Дэнни Лонг уже не видит, куда бьет, просто там что-то машет руками. И, наконец, упал на свое счастье, по-моему. Состояние груди было. Да. Было бы хуже, если бы он пропустил еще несколько ударов, как мне кажется. Вот, еще один удар. И даже если он держал его, и все равно Тайсон успел пробить два удара слева сбоку. Ну, снизу, не сбоку. Да. Хотя противник держал Тайсон. Это ему мало мешало. Да, он просто вырывал руки и наносил удар. Ну вот, Майкл Баффер поет свою оду во славу победителя Майка Тайсона. Майк Тайсон. Еще один нокаут в первом раунде. Еще один повтор. Ну, я думаю, что на это можно смотреть сколько угодно. Хоть 10 повторов. Ну, в общем, мы видим, как мне кажется, Тайсон все-таки растет от боя к бою немножко. Ну, в смысле, он растет тем, что он становится просто увереннее. Понимаешь, да, поэтому да. Он может свободно уже на ринге работать и уже навязывать свою, так сказать, свою игру, свой бой. Да. Вот в чем начинает проявление его боя, проявление его силы. Он уверен в себе, просто есть характер. Уверен в себе, он идет и работает. Майк Тайсон! Unbelievable video.